Отмена ввозных пошлин на украинские товары ожидает Украину уже в первый год после подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Зато пошлины для товаров из Европы в Украину будут снижаться постепенно в течение 4 лет. Таким образом, украинские производители получат шанс повысить конкурентоспособность своей продукции не только в Евросоюзе, но и на рынках третьих стран, отметил Николай Азаров. Позитивные изменения коснутся сельского хозяйства, пищевой промышленности, сегментов легкой промышленности, металлургии и машиностроения. С подписанием угода про ассоциацию мы створюємо умови для послідовного руху до європейської якості життя. На сьогодні ринок ЄС є одним із найбільших в світі. Він об'єднує 28 держав-членів з населенням біля 500 мільйонів осіб. Але Україна хоче приєднатися не просто до найбільшого торгівельно-економічного об'єднання в світі, а й до спільноти з сучасними стандартами демократії та прав людини. Угода про асоціацію з Європейським Союзом створить принципово нові умови для розвитку України і з точки зору нашого зовнішньополітичного розвитку, і внутрішньополітичного розвитку, як у сфері реформування державних органів, управління всією країною, так і позитивним чином вплине на соціальну сферу, сферу приватного бізнесу і багато, фактично, торкнеться усіх сторін життя української держави і нашого суспільства. Не обошел вниманием Николай Азаров и риски подписания соглашения. Главные из них – ресурсы и время для модернизации отечественной экономики. Премьер отметил, за 10-летний переходный период вся украинская промышленность должна освоить европейские стандарты, а также модернизировать производство, привлекая инвесторов и средства. Уряд засередил увагу само на ризиках, потому что наше завдание – разом с вечизняными промысловцами предприемствами – заздалегить, створить механизмы попереджения и компенсации таких ризиков. Головной ризик у тому, что для модернизации экономики потребны величезные ресурсы и час. Например, чтобы сберегти украинскую автомобильную промысловость, мы маем за 3-5 роков провести кардинальную модернизацию на выпереджение. Выпускать конкурентоспроможную продукцию с меньшими затратами, чем европейские выробники. В свою очередь представители ЕС отмечают, соглашение должно повлиять не только на модернизацию экономики Украины, но и изменить характер политических процессов. Сейчас угроз срыва подписания соглашения нет, а Украина должна продолжать двигаться к европейскому качеству жизни, отметил Ян Тамбинский. Я уверен, что Вильнюс будет нашим спільним успіхом. Спільним успіхом не стільки України і некоторих землі Європейського Союзу, спільним успіхом всіх громадян українського суспільства і всіх громадян Європейського Союзу, які також принесуть корисні результати для світової економіки і для того, щоб Україна стала модерним і ще більшим господарством на світовому ринку. Соглашение с ЕС ни в коем случае не помешает расширению сотрудничества с таможенным союзом, отмечают в правительстве. Перестройка отечественной экономики, наоборот, откроет новые перспективы интенсификации сотрудничества со странами таможенного союза и СНГ. В правительстве отмечают, пока нет никаких препятствий на пути к расширению сотрудничества с другими партнерами за пределами Евросоюза. Дмитрий Слезовский, программа «Наше время».